Первый шаг. Распылить масло. Сыворотку для волос с помощью жидкости аэрозоля или спрея. Волосы всегда будут блестящими, мягкими, шелковистыми и гладкими. Второй шаг. Измерить длину и вес волосы, чтобы обвести достаточное количество для каждого заказа клиента. Более того, работники фабрики по производству волос Хайнан обычно делают волосы дополнительной длины и веса. Третий шаг. Проверить цветы волос. У Хайнан есть широкий выбор цвета. Цвета очень красивые, одинаково насыщенные среди прядей волос. Четвертый шаг. Распространить весь заказ. Дальше снимать видео и фотографии. А затем отправьте клиентам для проверки перед отправкой. Пятый шаг. Взвесить весь заказ, а потом упаковать его в пакеты или коробки. Шестой шаг. Доставка в логистическом компании, затем доставка по адресу клиента. Хайнан всегда с вашим надежным поставщиком в сфере производства волос. Не стесняйтесь обращаться к нам прямо сейчас. Пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь моим видео. Большое спасибо. Увидимся в следующем видео. До свидания.